такой вообще ракурс ужасный. Такие ручищи какие-то, как у обезьяны. Мы еще в машине сидим. Мы запарковались напротив нового магазина для животных. Сейчас мы в него пойдем. Это мы. Васечка. И Лисичка. Лися, бок. Я уже на рынок сходила, они у меня в машине сидят. Сейчас уже тепло. Уже 10 утра. Это какой-то магазин, я прочитала, такой недешевый. Сейчас посмотрим. Кстати, привет. Это я по рынку ходила, тут ветер сдувает, просто ураганчик такой небольшой. Ничего не купила я на блошином рынке. Там была отличная такая картиночка, такого терьерчика с одним стоячим ухом, одним висячим. Старая, вот такая маленькая. Но я же не собираю картиночки, я собираю фигурки. Ну, мне прям... Ну, очень понравилось. Но я сдержалась. Где же... Все. Вася хоть бы что. Тащит меня еще. Там где еда. Да, здесь фирмы такие. Хантер. Смотрите, какая для собачки. Сумочка. Можно так рюкзак одевать. Ну-ка, подождите-ка. Тут эти из биотана. Такие круглые. Длинные такие. Тренировочные. Да, крутенько. Сейчас посмотрим, что тут еще еда есть. Смотрите, какие. Это для пакетиков всякие. Сумочки. Для этих пакетиков. Для собак. Вася, если тебя отведу в машину, если так себя будешь вести. Какой-нибудь мяч надо купить. Здесь есть мяч, посмотрите. Во-во, вот этот. Он заряжается, он светится. Его можно заряжать через компьютер. Не хулиган. Шлейки всякие. Вась, все, здесь это мы в кошачьем отделе уже пошли. Нет, с Васи снимать невозможно. Она просто как танк, как трактор. Сюда, давай, давай здесь. Барф, посмотрим, что тут есть. Мяся. Вот Бась, холодильник. Да, холодильник. Здесь сейчас купим. Вот мы взяли 4 стейка вам. Нормально? Еще даже не знаю, сколько он стоит. Все, сколько тут вкусняшек. Это все вкусняшки. Что ты тут уже громишь? И они вострефельд. Что тебе нравится, возьми? Какая? Какая вкусняшка? Вася, что пожрать? Это не то, Вася. Это одежда. Эй. Вот, Бася, нашла, да, кости все. Кости. Это все Бася любит. Это тоже. Кексики. Кексики. Такой огромный, хочешь кекс? Вась, иди, сядь. Максит, крикстит, сидит. Ляпсит.
Сейчас. Сиц. Что за хренятина такая? Бисквит. Такие разноцветные, прикольные. Надо взять. Сейчас я положу. Ураган. Сейчас передали по радио, что дует ветер с Атлантики. Мы пришли на наше гуляльное место, но на площадку мы не пошли. У Алисы течка, ветер дувает, и сейчас быстро скажу, что я хочу сказать. Да. Я думаю, это скажу. Еда, Баська, да? Где там твоя еда? Вот ваша еда, здесь. Вон там. Мясо. Сейчас покажу. Все. Купила лисички. Какие-то польские. Сейчас буду делать. Что-то тут прилегает. Ждет. Он еще не разморозился. Это вечером будете есть. Мясо это. Сейчас консервы будете есть. Этот новый магазин Тиркёниг даже дает бесплатно пакеты, которые сохраняют холод. У нас на улице ураган. Придали. Но я же говорила, да, что это с Атлантики. Завтра опять будет тепло. Я хотела сказать, что через неделю, в следующий вторник, во-первых, это праздничный день. Это Вознесение Марии будет. И у нас это не рабочий день. А я хотела сказать, я не знаю, вот как вы покупаете своим собакам сухой корм. Я привыкла покупать 15 килограмм. Во-первых, у меня две большие собаки. И я это люблю покупать в магазине. Но не тогда, когда, представляете, магазин сначала продает, например, там... возьмем Royal Canin. 59 он евро стоил, потом стал 60, сейчас 62 стоит. Периодически у них скидки бывают. Тот же самый корм, вдруг какая-то там юбилей магазина стоит 3 недели 45 евро. Потом раз, и опять 62. Ну не буду же я, если я уже его покупала за 45, не буду же я опять снова... За 62 покупать. Ну уж извините. Я тогда, естественно, покупаю в интернете. В интернете он действительно там 149 максимум. Но я на самом деле не люблю в интернете покупать, потому что я не люблю ждать доставку. Я люблю сама, пришел, купил, взял, выбрал, и погрузил и поехал, да? Потому что доставка иногда такие проблемы, что она приходит,
типа, меня нет дома, и они оставляют где-то за 3-9 земель этот корм. Я потом за ним еду, это неудобно. Не, ну вот эти скидки, сначала такая бешеная скидка, а потом опять берите дорогой корм. Я не понимаю, не хочу так делать, покупать. Я лучше буду их кормить тогда натуралкой. Блин, ну у меня и физиономия. Вот. Что-то я устала от ветра, наверное.